Всем здорова, друзья! Мы приехали к новому банку, и давайте же возьмем сюда деньги и отвезем в другой банк. Напарник, давай за мной! Если что, меня прикроешь сзади? Ох, май гад, сколько здесь крутых тачек, обалдеть! Здесь реально крутой банк, и тут много богатых клиентов, которые тащат деньги. А наша работа — сохранить эти деньги и, конечно же, целости и сохранности им передать. Ну что, бро, пойдем со мной, возьмем сегодня новую сумму денег и отвезем в другой банк. Надеюсь, сегодня будет без происшествий и не будет немного... Девушка, вы, походу, курите не в положенном месте. Хорошо, заходим в банк. У нас тут много есть клиентов, которые ждут очередь. О, ребята хорошо вооружены обрезом, дробовиком. И, конечно, у сейфа тоже стоит. Бро, дай мне пройти, и я возьму деньги. Там, походу, какие-то проблемы, и наша задача это дело решить. Ребята вооружились, все готовы, одели бронежилет, нас четверо, выходим на улицу и проверяем. Жесть, походу, в разрыв... разлетелись тачки прямо на проезжую часть, и ребята бегут с горы. Походу, вооруженные готовы ограбить этот банк. Наша задача, конечно же, этот банк не дать, не допустить этого. Как они спускаются с горы, походу, меня уже обходят с другой стороны. Бро, прикройте меня сзади, черт, их там много. Сразу двое вылезли. Ложи, ложи! Четверо. Клади их сразу всех, ребята. Там их уже шестеро. Обалдеть, словно двоится все. И тут слишком много. Впереди тоже есть. Вперед пройдем. Нужно найти хорошее укрытие и отстреливаться. Полицейский патруль, вам нужна помощь. Там уже просто впритык подошли. Гаси его. Бро, все в порядке? Гаси его. Там уже вы, ребята, пошли у меня в окружают. Черт возьми. Сегодня довольно серьезная заварушка. Нужен обрез, конечно, и будем всех по-жесткому гасить. Никого не берем живьем. Он просто тащит. Напарник мой словно ко мне ползет, но не так не доползет. Обалдеть, нужно найти хорошее укрытие и где-нибудь отсидеться, отстреляться. Мне нужно, конечно, вызвать еще сват, потому что их слишком много. Так, он готов. Справа меня не обойдут, все нормально. Нужно парочку еще впереди снести. Пару головешек. Бро, отдыхай. Вызываем сват, потому что здесь сегодня серьезная заварушка. Сегодня деньги мы не отдадим, сегодня мы будем живы, надеюсь. Так, он готов. Какой упертый, отстреливает, мы уже ранены, и все-таки пытается отстреливать и меня обокрасть. Не тут-то было. Не того на там пали, ребята, сегодня. Хедшотик прям. Черт возьми, нереально, автомат Калашников и довольно серьезно вооруженный. Так, справа мне не обойдут, справа, надеюсь, не обойдут, уже напарника нет моего, живьем. Тачки моей тоже нету, но есть деньги у меня, конечно, в сумке. Так, нормально, он готов. Серьезно, ребята, он еще есть двое. Лежать! Черт, он еще трое есть. Он еще пытается меня гасить. У нас есть бронежилет, и, в принципе, это хорошо. Нужно найти хорошее укрытие. Потому что броник долго нас не выдержит. Так, отдыхай. Отдыхай, я сказал тебе. Так, тачка моя взорвана, но там не было денег. Мы взяли деньги и отнесли в банк. Мне нужен полицейский патруль, потому что их тут очень много. Не тут-то было. Мы хорошо нашли укрытие и можно тут отсидеться. Подать, пока не приедет полицейский патруль, но мы, в принципе, сами сможем разобраться со всеми. Чем сейчас мы и займемся? Так, слева, справа. Нужно как-то обойти их. Пока меня не обошли, мне нужно обойти их. Так, он готов. Двигаемся вперед, и нужно двигаться, пока нас не зажали в угол. Так, подходим ближе. Ближе подходим. Да, прям впритык. В рукопашку не получилось, и прям в одну расстреляли. Да, это жесть была. Так, еще один остался. Высовывай свою черную задницу оттуда. Так, нужно пойти. Надеюсь, меня сзади никого. Нет, сзади никого у нас. Так, идем вперед. Идем вперед, у меня же боится. Осталось их совершенно чуть-чуть, и нужно их добивать уже. А где полицейский патруль? Я, по идее, уже вызвал, но он еще не приехал. Слишком долго едет до этого банка. Так, бро, отдыхай. Натли. Этот отдыхает, этот убегает, и прям в спину ему. Он еще живой. Еще убегает, прям в задницу. Ох да, это больно.
Так, полицейские патрули еще вызываем. Возможно, какие-то проблемы. Возможно, слишком далеко находится этот банк. Но все-таки мы отстреливаем, пока что осталось их трое. Нет, еще четвертый пришел. Походу, ребята уже даже с пулеметом. Ну, это довольно серьезно. Так, мне нужно сват. Сват вызвали. И остается уже единица, словно. Какой гаденыш засел. Туда бы кинуть гренку, но у меня нет гренки. Сейчас подождем, высунется и получит хедшот. Он не хочет высовываться. Какой гаденыш. Сейчас как мне нужно пойти его. Вот как раз он выходит. Так, еще двое, вижу, справа есть. Какой живучий ты. Да отдыхай уже. Все, готов. Он готов, и нужно обойти, наверное, с другой стороны. Так, я слышу сирену уже. Сирена едут, и, конечно, полицейские патрули уже на подходе. Так что, ребята, сейчас добьем всех остальных. Где-то прям в кустах засел. Так, наверное, уйдем. Во-во, вижу, вижу. Вижу мерзавца, который засел. Нужно его гасить оттуда. Отдыхай, мой черный брат. Полицейский патруль на подходе, я слышу сирену, они уже подъезжают, и сейчас добьем уже остальных. Так, справа вижу. Они все-таки пытаются меня еще обокрасть, они все-таки не боятся сегодня. Какие-то реально обкуренные ребята. Давай же, высовывайся, высовывайся. Так, подожди, вплотную прям. Ох, да, это больно, чувак. Этого прям вплотную уже расстреляли. И вот приехал сват, наконец-то. Ребята, я вас ждал, вы приехали слишком поздно. Ну, чуть поздно, чем никогда. Полицейский патруль тоже приехал, сват приехал, но слишком поздно. Мы всех уже убили и, конечно, сохранили деньги банка. Это наша работа. И нужно все-таки проверить. Напарника моего нет, тачку взорвали. Это, конечно, очень печально, но, в принципе, мы сохранили деньги. Это наша работа. Мы с этим справились. И, друзья, уже увидимся в других роликах. Спасибо, кто смотрел. До новых встреч. Всем пока.